А вот сейчас есть шанс присмотреться внимательнее к Кейтлин Усмунд и попробовать понять, насколько она готова стать ярко выраженным первым номером в канадской сборной, где помимо нее присутствуют также еще и Ален Шартран и Габриэла Дельман, тоже очень серьезные фигуристки, но то катание и те баллы, которые получила Усмунд в Канаде, позволяют предположить, что у нее все шансы стать номером один у себя в сборной. 74 с лишним балла она набрала на сетке. Легко. Как и Хикс начинает. Флип ту луп, но да, исполнен значительно лучше. Шагов. Это не важно, что первые два элемента стоят в первой части, зато они сложные. Зато есть куда продолжать прогрессировать и усложнять программу. Ну, потом есть возможность получить плюсы. Ошибка на приземлении, двойная ошибка. У нее сложный был как бы выход, да? Она там повернулась два раза и еще раз подставила ногу. Хорошо работает корпусом. Вообще канадцы всегда хорошо катаются на коньках. Ну, программа поставлена очень музыкально. Не знаю, кто ей ставил программу, но похоже прямо на Шалин Борн. Ну, увидим еще программу, поставленную Шалин Борн сегодня. Да. Может быть, без такого блеска, как в канадской Миссисоге, откатала Кейтлин Усмунд, но... Ну, с ошибкой откатала, да. В очередной раз она показывает, что готова соревноваться на самом высоком уровне в нынешнем сезоне, и даже с ошибкой, и обратить внимание на техническую оценку. Катанию нет вообще претензий технических, никаких, очень чистое скольжение делает, очень хорошие элементы, все подходы к прыжкам сложные. Да, пожалуй, Усмунд сумела преодолеть тот неприятный период, который у нее был. Очень много травм, соответственно, пропуск целого сезона. И вообще она, если вспоминать карьеру, одна из самых таких невезучих фигуристок с точки зрения получения различных повреждений. Но продолжает идти вперед и, как видим, справляется с очень приличной сложностью. И ей есть где добавлять. Чище катать, поставить хотя бы один из прыжковых еще вторую часть, и у нее будет очень высокая оценка, и она конкурентоспособна на серьезнейшем уровне. Вот сложный выезд был с прыжка на той же ноге, она сделала крюк. Вот как хорошо. Длинный, настоящий, хороший выезд. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis. Сложная позиция на опорной ноге. Она ездит, нога ездит по кружочку, по такому, на внутреннем ребре. Считается сложная позиция. Вот, видите,
поздним раскрытием. Все равно у нее должны быть очень хорошие баллы. Да, оценка очень высокая. Кэрлин Осмонд уже после прибытия в Китае у себя в Твиттере написала, что поздравляет с днем рождения своего папу, который сажал ее на самолет, а также отметила, что 11,5 часов перелета ей довелось перенести легче, потому что целых 3 сиденья были отданы ей самой. Вот так вот повезло ей. Повезло, слава богу. Я очень люблю, когда наши где-то лягут. Наши или чужие. Ну, все. Очень высокая оценка. 72-20 получает Кэтлин Осмонд. И это, напомню, с ошибкой на выезде с Виттеркера. Мне это очень приятно. Она катается. И, конечно, она уже пережила вот этот период,